Дорогие друзья, в прошлом году, в 2014, в Доме культуры Пушкина проходил международный джаз-фестиваль «Пересекая время». В этом году также 5 и 6 декабря в Доме культуры Пушкина вновь будет проходить международный фестиваль джазовый «Пересекая время». И сегодняшний концерт здесь – это как бы промежуточная точка между двумя джазовыми прекрасными фестивалями «Пересекая время». Андрей Иванов! Лауреат правительственной премии в области литературы и искусства. И, конечно же,